Прямая связь между Кокшетау и Шымкентом установлена. Регионы свяжет этот самолет. Воздушное судно будет летать по пятницам и воскресеньям. На первом из постоянных рейсов прилетел аким Акмолинской области вместе с подчиненными и предпринимателями. Делегаты уверены, что новый маршрут создаст потенциал для стимулирования бизнеса между двумя регионами. Очень рассчитываем на развитие сотрудничества между нашим регионом и Южно-Казахстанской областью, которая является крупнейшим регионом нашей страны. Мы видим очень большие перспективы в сотрудничестве как в промышленной, так и в сельскохозяйственной, транспортной, туристической отраслях. Открытие сегодняшнего рейса является подтверждением твердости наших намерений. Стоимость авиабилетов 20 тысяч тенге. Продолжительность полета составит 2 часа. В 90-х годах, 80-х годах мы выполняли прямое сообщение Чимкент-Кокшетау на воздушных судах Ан-24. А в настоящий момент мы будем выполнять на самолете CRJ-200. Это воздушное судно нового поколения, вместительностью 50 кресел. Количество самолетов в авиакомпании 19 в настоящий момент, да, и в этом году планируем еще увеличение парка. То есть на одном направлении может летать только одно воздушное судно. Да, и нельзя поставить 2 либо 3. Все понятно. А сколько лет эксплуатации самолета? В среднем парк воздушных судов нашей авиакомпании на сегодняшний день имеет возраст от 10 до 12 лет. Новое авиасообщение сделает доступными и туристические объекты. Южане могут за несколько часов добраться до Борового. А жители северных регионов посетить Туркестан, Отрар, Сайрам и другие достопримечательности Южного Казахстана.